что? Давайте. 22. 22. Домашняя утварь. Так, мужчины, нам надо определить. Там было 22? Да. 23, будем дышать им в спину, чтобы они... Давай 24, чтобы опередить их на 2 балла. 24. Что 21 не сказать, чтобы уже опередить? 21 уже было. 24. 20 сказали. 23. 23. Да, 23. Прекрасно. Специальность врача. Специальность врача. Значит, специальность врача. Сейчас мы определимся с буквой. Сейчас будет буква Х, смотрите. Буква Х. Тихо, не пишем, спокойно, подождите. Приготовились, начали. А можно громко говорить, категория-то ведь это? Давайте. Что? Как? Да-да-да. Или, ну, хочешь другое напиши. Ну, писать будете или нет? Не-не, давай. Специально. Пишется. А вы что задумались? Да? Мы готовы, все. Мы тоже. Готовы? Да. А что вы думали стоять? Ну, мы думали поменять слово. Угу. Это, то есть, вы в хорошем состоянии? Добавить. Надо добавить еще, давайте. Да. Нет, пойду к ним. Давай. Те. Я еще и успел нарисовать кое-что. Я видел, да, прошу это учесть. Слава богу, Алексей. Это приличный рисунок был. Да? Да. Ну как так, приличный? Какая буква, такой рисунок. Хорошо, так науки. Риторика. Это тоже мне наука. Это журнал. Действительно. Да, но после журнала появился наука, риторика. Да, есть такая. К сожалению, есть. И без ошибки написано? Риторика, да. Это тот редкий случай, когда получилось все. Да. Так, глаголы. Что делать? Решать. О, пишется-то как? Решать, да. Правильно? Реши, пиши с буквой И, да, а они написали Ша. Да, решать. Но решить? Вот это глагол, а решать я такого не знаю. Вот смотрите, сейчас будем думать. Так. Домашняя утварь решето. Решето? Вот это решето. Для муки. Для муки это решето. Да. Это сито, ребята. Решето – это, нет, это нет, не нет, то. Нет, Юля в быту муку просила через решето. Ну что вы, елки зеленые. Как это могло быть? Сейчас мы вернемся к решету. Да, обязательно. Газета, журнал. Русский Ньюсвик. Да. Есть журнал такой? Есть. Певица российская, Распутин. Да. Я мог бы только нарисовать. Да. Вы бы назвали ее фамилию. А, это... Не хватает две больших таблетки. Рисунки. Здорово. Чего же не успели таблетки? Да вы меня поторопили. Да, конечно, да. Причем, что удивительно, можно рисовать как и сверху, так и снизу. Это набросок. Да, набросок. Распутина 25. Ну, человек, с другой стороны, что считать уже все. А дополнительного балла за... За рисунок нет. Искусство. Нет. За искусство есть, за рисунок нет. Специальность врача. Ринопластик. Ринопластика – это пластика носа, понимаете? Это делают на специальность. А врач делает ее пластический хирург или лор? Ребята, мы же не сказали написать врача, мы говорим специальность. Специальность. Да, правильно. То есть гинекологи, есть венерологи, понимаете? Эти есть, а ринопластика нету. Есть. Есть действие ринопластика. Не-не-не, есть врач ринопластик. Врач, пластический хирург выполняет операции по ринопластике. Мы сюда не спорить пришли. Ну опять ноль. Посмотри. И ладно, с каждым разом этот круг все больше и больше. Конечно. Это унизительно. Послушайте, специальность врача. Послушайте. Специализация врача. Реаниматолог. И что? Это ринопластик, пожалуйста. Послушайте, это специальность врача. Реаниматолог. Нет. А ринопластик А. Это действие. Это девочка-врач, ринопластика. По какой-то восстановительный процесс моего здоровья, психически нарушенного, займет очень много времени. Как хотите. Да. И это очень, дорого. И это будет на вашей совести. Понимаете? Ой. На вашей совести. Хоть как-то вы нас запомните. Конечно, да. Опять. Я вас начал запоминать уже на первом туре. Понимаете, да. Этого достаточно было. Товарищи. 185 на 130. Общий счет.
выиграл команда Дэнди. Выиграл команда Дэнди. На этом мы заканчиваем третий тур. Нас ждет церемония награждения. И мы переходим после этого, если я, конечно, доживу до этого, к суперигре. Правильно? Да. А мы участвуем в суперигре? Конечно! Ура! Имена участников команды, которая в течение трех туров набрала 200 баллов, навсегда увековечиваются на кубке «Ходячая энциклопедия» в программе «Опять 25». Итак, церемония награждения. Прежде всего. Откуда у вас взялся букет? Я окопят. И при этом еще расскажу анекдот. Это вам. Спасибо. Спасибо вам огромное. Я так понимаю, вообще, если бы не Юлия, Артем, если честно, да. Ваше ресторанное прошлое вам не спасло бы вас. Поэтому вам спасибо огромное, товарищи. Спасибо. Мужчины, ну, действительно, по грамоте, по хлопоте, вот там, по стекляшечке. Спасибо. Отлично, спасибо. Значит, у вас есть... грамоты, вот прекрасные грамоты, ранеты, да. И, конечно, подарки. Артем, больше это подарок вам, да, безусловно. Спасибо. А можно открыть? Подождите, сейчас это сделаем. Это с вами отдельный разговор, конечно. Там что же это? Нет, вы знаете, там книга. Изучайте это, словарь. И поэтому в долгими осенними вечерами будете выбирать слово, гадать. Он и, даже и, с картинками. С картинками специально для вас, а тексты для Юли. Спасибо. Вот, хорошо, пожалуйста. Очень вот. Я вас еще раз поздравляю. Так вот, смотрите, открывайте, у вас вы мужчины взрослые. Вы мужчины взрослые, мощные мужчины. Так вот. 3, 2, 1. Ляски, масяски. Ну, тыря, господи. Тыря. Вот, кстати, можно слова петь. Аналогично. Церемония награждения у нас закончена, и мы переходим вот сейчас официально, мужчины выпрямились, к суперигре. 10 категорий. Спасибо. Все нормально сейчас? Занюхнул, хорошо, да. Значит, 10 категорий, мы сейчас их все откроем. У вас будет 100 секунд на все про все. Это достаточно, на каждую категорию по 10 секунд. Это вот у нас осталось из нашего общего банка, из 25. Опять 25. Прекрасно, опять 25, да. Ясно, да? Овощи. Пишите, пишите. Советские кинофильмы. Животные. Русские композиторы. Зарубежные актрисы. Зар актрисы. Виды спорта. Виды оружия. Виор. Танцы. Т. Техника. А, вот. Как здесь-то будет? Тех. И прилагательные. Крил. Угу. Все, значит, у нас есть 100 секунд. Алфавитная буква. О! П. Чуть-чуть не угадал. Тихо. А еще не начал. Нет. 3, 2, 1. Мы очень переживаем за Артема. Очень. Главное, давай. Чтобы ребята не сбились сейчас. Конечно. Вот это важный момент. Их никто не отвлекал, да? И чтобы, допустим, куда там, не овощи, а что там у нас? Прил. Прил. Чтобы не написали на букву «Р», вот, например. Конечно, да. Или прилагать... В попыхах же может все случиться. В попыхах. Вот в попыхах Артему сейчас хорошо это слово. Прил в попыхах. Мне кажется... Попыхательный. Артем очень взволнован. Какая техника, кстати? Любая техника. Техника летучие мыши. Артем, не успеваешь. Прилагать. Время уходит. Катастрофически не хватает времени. Артем, спроси совет у Юлии. Юля, помоги ему, помоги! Юлия, давайте. Две позиции у вас осталось. Итак, 5, 4, 3, 2. Кто? Зарубежная. У вас осталось? 1. Одна позиция. Пишите. Но подскажем, последний рубеж был такой. Все. Немножко вывалился за 100 секунд. Надо только Артему объяснить, что покемоны – это не совсем советское кино. Да. Почти не кино это, да. Давайте посмотрим. А давайте послушаем, как они ругаются. Шепотом причем все это будет. И на ножки друг друга давят под столом. Овощи, помидор. Оригинально. Принимаем? Принимаем. А, мы судим? Нет! Это перебор. Да, слушайте. Помидор. Так, значит, я томат пока... Это называется. Вот это пока не буду смотреть ничего. Что же, животные. Павлин. Павлин. Русский композитор. Как? Что написали?
Вы что, издеваетесь, что ли? Фришли? Я перепутал с Бородиным. Знаете, что написано? Русский композитор. Так. Прохоров? Прохоров. Абрамович. Да, тоже композитор, да. Могучая кучка, помните? Да, их много там. Топ-100, помните, вот это отлично. Могучая кучка. Здорово, да. Вот это отлично. Завершение хорошее. Есть Павел Бородин. Павел Бородин. Я почему-то подумал, фамилия Шаляпин. Написал Прохоров. Представляете, ну, насколько... Ничего страшного. На волнение. Да, да, это на волнение надо сказать. Волнение и поддержка команды. Да. А вот советское кино-то что это такое? Пионер вообще-то. Пионер. Какое личное кино? Что это пионеры такое? Какое пионеры? Какие пионеры? Председатель. Было такое кино. Шедевр. Да. Председатель. Коммунист. Да. На букву П, конечно, да. Да. Октября-то верный. Полосатый рейс. Было. Приключения Буратино. Да сколько угодно. Конечно. Приключения Электроника. Да. Шурик. Смотрите, сколько. Зарубежный актер. Тут вот актриса. Паркер. А, Паркер. Паркер засчитывается, да. Паркер засчитывается. Но написано с ошибкой. Паркер засчитывается. Сара Джессика плохо написала. Саро написано. Что такое? Виды спорта. Виды спорта. Парашютный, хорошо. Виды оружия, пушка. А я, между прочим, даже отсюда вижу, что ребята написали с ошибкой. Правильно, щутный пишет. Щутный, конечно. Да ну! Конечно, ну без грамотности, что ли. Почему в ресторане могут дочить? Господи, действительно. Парашютный. Мы можем на наш словарь поменять. Словарь с картинками? Да. Ну надо помочь ребятам. Нужно, да. Друг другу будут читать, конечно. Так, виды оружия. Пушка. Тоже с мягким знаком, да? Пионеров нет, пушка. Есть мы пионеры. Пионеров нет. Наверное, мы это имели в виду. Да? Вину, да, написали чуть другое, вот так всегда. Мы говорим, партия, подразумеваем Ленин. Мы говорим, Ленин, подразумеваем, вот так всегда. Подразумеваем одно, говорим совершенно другое. Не получается. Ну, танцы, ой. Полька. Полька, это ребята, да. Национальность. Да, да. Техника, пылесос. Оригинально очень. Оригинально, да. И прилагательное. Как? Полный. Полный. Полный пылесос. А главное, никакой фантазии. Удивительно, как это получилось неинтересно. Неинтересно, с ошибками не успели, с пионерами не получилось. Но я так понимаю, вы же не очень расстроились. Нет. По-моему, нет. Прекрасно. Я очень рад за Юлю. Вот прежде всего, вам повезло. У вас такая партнерша прекрасная была. Понимаете, друг просто. Половина. Если бы я писала. 75% вы же подсказывали. Чего, если бы. Если бы вы писали, вообще бы ошибок бы не было, во-первых. Ну как так можно? Не надо на себя больше брать, чем нужно. Но вы же не расстроились? Нет, я уже поплачу немного так. Не надо. Посчастливо. Не надо. Я вас поздравляю просто. Спасибо. Поздравляю. Да. Все равно же вы же... Давайте. Вот так вот вам. Ну, что вы, господи. Да, значит, смотрите. Вы выиграли, как бы. Да. Нет, вы выиграли. Действительно, вы выиграли по-настоящему. Как бы просто вам этого не хотелось. Просто вы не смогли вытянуть супер игру. Для этого нужен, конечно, мощь и ум. Да. Вас спасибо, Алексей, вас спасибо. Спасибо. Поздравляю. Спасибо большое. Огромное спасибо. Позитивно, весело. Ну, что еще можно сказать? Поучительно. Все на П. У нас слово на П. Весело. Прикольно. Весело. Прикольно. Вот, понтово. Понравилось. Понравилось, да. Всем. Пожалуйста. Спасибо, да. Спасибо. Говорят же, спасибо. Спасибо, да. Прощаемся с вами, дорогие друзья. Вот. Всего вам доброго. Это было опять 25. Я Алексей Веселкин. Играйте с нами, читайте книги. Помните, что учение – это свет, а не учение – это темная, беспробудная мгла. До свидания.